Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и, скорее всего, являетесь стратегическим жевжиком. А на экране у вас продолжение партии за Бразилию в Sid Meier's Civilization 6 в партии на восьмерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Ну, короче, я, наверное, не буду нападать уже на Китай. Мне надо нападать на... Чё, куда что полетело? А, в меня? Извините, а можно мне кинуть? Стратегический режим переключается, чтобы вот это все не смотреть. Хватит убивать элит, ты ж видишь, они ваншотятся с одного удара. Ну что я могу делать? Они мешают. Ну, что? Извини, но давай вот эти земли. Это же, блин, хватит заземлиться, просто ничего свалить не хочет. Не знаю, я без понятия, но я на землю не пройду. Везде так играю? Ну, есть кнопка, вот, приоритетная цель. Хотя, хрен знает. Кривой нос. Не понял, а чё? Я что, ядерку кинул? А, понял. Ты не хотел? Нет, я термоядерку хотел. Там же, если разница в мощи 30, она ваншотится. У меня самолет 129 против 100. Я не думаю, что здесь проблема в кнопке, обычно как бы механика в зоне. Это то, что военный инженер не ваншотится. Получается, что не извините. И беспилотник, у него боевая мощь 0. Получается, надо беспилотником защищаться. Ну, то есть самолет покорежен, но к этой зенитке вообще ничего не может делать. Со 129 силы падает до 97, чего? А что это за мушкетеры какие-то? Это те самые мушкетеры, которые пришли грабить. Всю жизнь грабит. Странно, у меня вроде был еще один самолет. Ах ты гад. Ты до этого хотел? Ах ты гад. Я вообще не хотел, чтобы ты убивал. Ты сказал, убивай, жизнь не видит. Я вопрос, сколько у тебя производства, что ты... Умер истребитель. Блин, ну это прикол. Умер истребитель из-за радиоактивного заражения. Как это еще может быть? Пары Че? Поднимаются вверх и уничтожают.
пилота истребителя. Упорные пары. Пожарные убежали. Конечно, этот аэропорт снится будет уже скоро. Индонез, а ты будешь что-то кидать вообще в Эфиопа? Нет. Ты не успеешь кольцушку оформить за эти 10 минут. Разрешите въехать в Пешт? Так, ну по идее я отсюда 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, да. Что, эти не улетают, да? И как его установить и исполнить? Ну я не знаю, я воюю с Атинью. Да, он что-то решил пофукашить. Ты видишь, что две недели подряд выигрывает Атинью? У меня только ядерки. Ну чё, баним Атинью на сервере, правильно? Это знаете, как это за три победы на чемпионате мира по футболу отдают этот кубок? Так и здесь, надо три раза победить, все. Типа, ты этот сервер прошел, надо на другой идти. Следующий создаем, да, для него. У меня три игры с Атиньей, в трех играх Атинью выиграл. Это его где-то чё? Так, слушай, так может это в тебе проблема? Слушай. Вот его точно не берем. Ну, блин. Приоритетная цель, по-моему, когда вот я вместо твоего танка буду атаковать твою зенитку. Вот это нельзя. Ну что ты там собрался делать? Хотя тут, кстати, прямо хренокально. Что там, брат? Дружище. Блин, заключение. Не, я хочу отделиться. Не заключить. Раз, два, три. О, это мне нравится. Бля, грязно, очень.
нафиг пешт, если можно столицу прям забрать. Ну это грязно. О том, что у нас есть Занзибар, я узнал только сейчас. У нас есть Занзибар? О, вот только появился же. А, он только появился. А, это этот, который у меня в упоре находится, господи. Не останется с нами. А я так понимаю, там Индонез не хочет с той стороны, да, подойти? Нет. Ну, у тебя ядерки есть, могу бы бросить в него. Да? Ну, у тебя есть ядерки, кинь. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Не, ну, в принципе, если Дарвилл реально ничего не будет делать, так может тогда не будем время тратить? Я против. Сейчас у него какая-то страта есть. Ну ладно. Ну я не могу ничего сделать. У меня даже водных юнитов нет, чтобы приплыть. Стрельну. Тут только Дарвилл. Ну у тебя дружба, я смотрю, что. Всегда удивляет, как люди в конце заключают дружбу. Но это только при условии, что Дарвилл надеялся улететь сам, но как бы. По-моему, почти океан придет. Атини, запусти хоть какие-нибудь ускорялки. Слушай, что ты по одному ходу? Зарешал. Но китаец вышел, поэтому китаец бы что-то смог сделать, конечно. Не понял, а это куда прилетело? Ты две ядерки в робота, что ли? Ну да. А чё, мне стоит смотреть, как он идёт на меня? Да. Атини, ты на каком ориентировочном ходу летаешь? Ходов через 5, наверное. Через 5? Ну да.
Хреново. А ты на каком ходу ориентировочно находишься? Ну тут просто у меня какие-то есть производственные площади, я дальше-то не дотягиваюсь. Поэтому просто уже кинул сюда. А у тебя не один космопорт или что? И он в харе, и он улетает, я правильно понимаю? У него дофига космопортов. А почему шпионов мне нельзя сказать? Шпионов мне дает показывать. Пути. Ну да, у него нет космопортов. Он из какого города? У него только в харе. Он в харе пускает. То есть, по идее, надо харе забрать, да? По идее, он с одного космопорта всех перебрал. Просто туда фигачит. Ну уже поздно. У него так и будут два хода, два светлого боже течь. Пока его не захватит. Нет, если вы харе заберете, то у него будет ноль. Ну да, никто не хочет его забирать. Я думаю, там, ну, стоит куча этих ЗРК. А я сказал бы вам, что не так уж там много их стояло, когда я последний раз там был. Там, я помню, ЗРК-шки было. Я шпионом там сидел. Я пытался космопортом сломать, не получилось. Что, да, ядерка бы остановила. Хотя... Нет, ну... Подождите, странно, было два световых года заход, а теперь один. Электричество кончилось. Ну, мне очков не хватит, скорее всего. Я предлагаю переключиться на Нарвела тогда. Ты что, гонишь? Ага, со 102 очками дипки он тут выиграет. Ну, я не знаю, он открыл техи? Или нет? А, типа Дарвел в 3 очках от победы? Да. Нет, тут 8 ходов. Нет, Дарвел не победит. Не факт, не факт. Просто тут Китай, который... Ну комп, как Китай он... проголосует, конечно. Тоже. Он хреново знает. Как голосовать будет? Проблема в боте. Он будет тут очень много. У меня слишком мало тепла очков, вы меня задавите. Да он не туда хотел, понимаешь? Не туда. Кто? Ну, погиб, все, погиб, да? Минус 447 из-за урона от ПВО. А ты что думал? 447. Я создал какого уровня? 4-го там? В лагере. Нет, нулевого. Ты что убил? Убил. Извини, не хотел. Еще раз извиняюсь. Кстати, а ты фартами можешь клетки откидывать? То есть ты условно в Бэтгоще мог у меня алюминий стырить, да? Нет,
Там только третий радиус. А, раз, два, три, да, да. В аре находится два реактивных истребителя и два мобильных зарка. Если кому-то эта инфа важна. Два мобильных зарка? Да. А где находится? Где находится? Один прям в центре города, один на космопорту. Где ты запишешь? Ой-ой-ой, плюс 400 золота, ой, плюс 700. Бля, как это ты так проник? Блин, три. Сколько там того? Плюс 700. Давай, скажи, когда будешь готов. Мужик, ты заколебал. Не-не-не. Я не буду с твоего посчета играть больше. Ладно, убивай, убивай. Я сказал, все, я не зачем мне убивать, я хотел поздравить. Блин, вот тут есть. Нет, да. Я извиняюсь, да. Я еще заранее сказал, скажи, когда готов. Чтоб ты. Леш, а я тебе не могу больше кинуть. Экономический союз или что там? Или висит. Что я не слышу? Я союз вроде. Я не помню, кидал тебе союз экономический, не кидал, или уже их нельзя кидать. Сейчас оно не Да, есть такое. А, все. Должен же я хоть где-то. Но у меня все караваны грабят Эфиоп. Я только, получается, могу в Сальвадор, который этот кидать. Эй! Ты что сделал? Не, а как тогда у тебя, если СЗОшка стреляет во мне? Ничего. Вот, у тебя в лагере СЗО есть, как она по мне стреляет? Так она же в лагере. Ничего. Ну, это же ЗРК. И я не понял, проще, что ты говоришь. Ну, у тебя СЗО же есть? Кто по городу моему стреляет, я не понимаю. А, я. Я понимаю, что ты... Во, это самолет или артиллерия? По столице. Же... По столице я стреляю в СЗО твои. А где оно? В лагере. Так там 4 клетки. Так, да. Национальный там парк. Видим... Подожди, а... Там должен быть этот, как его? Я убил. Бесплатный аппарат? Он сдох. Но он почему-то все равно 4 клетки написано. Может, это баг? Потому блин, я понял. А, я не знаю. Ну, у меня... Я не вижу его тут. Ты его убил, да? Я его съел. Ну, посмотрю на следующем ходе. Дальше не один ход. Просто если он стреляет, то это баг. Да, все, баг я пользуюсь. Ну, блин. Читы. Венгр, предложение. Да, я. О, выгодно. А, хотя стой, не выгодно, меня обманули. Почему не выгодно? Блин, мне там чуть-чуть не хватает на самом деле. Подожди, еще вот столько. Кинул венгер. Что-то я хреново посчитал. Я пытаюсь Рио-де-Жанейро забрать обратно. Тиньо, ты будешь по два световых кода вход улетать, да? Ну, сейчас наложу с энергией, все полетит.
Забавно. Подожди, у меня умер, что ли? Нет, торговец умер. Байконур отдыхает. Приколка. Короче, я захватил Рио-де-Жанейро, который отвалился по лояльности от Атиньо, и там был его рабочий. Так вот, город я захватил, а рабочего нет. Рабочая станция возле города? Отремонтировать дорогу. Ахен заберут. О, 8 световых лет. Ой. Сколько? Я не очистил, что ли? Никогда такого не было, и вот опять. Так может это Shift-Enter? Лисит тоже? Ну да, давайте. Что, он с этим ходом летает? Через один, наверное. Ну, у меня там шпион, я заебал на следующем ходу. Атини, ну хватит уже, ну. Shift-Enter же уже нажали. Господи, все еще не улетел. 63% два раза не прокнуло, на... понимаю. Причем у меня построено это управление. Так у меня шпион сидит. Ну это классно, что у тебя шпион сидит, но это же немножко не так вроде работает должно. Почему? Ну, типа... Двоих хочет в эти новые шпионы, хватает, чтобы у них не перейти. Фишка в том, что не показывает, да, господи. Когда сидит мой шпион. Все, он все уже ядерками закидал, все закидал. Ну, в моем представлении просто очень зачем-то сейфово сыграл индонезиец. Я, конечно, понимаю, что он пытался дипломатией победить в конце. Но ты при этом должен быть... Ну, что-то делать, ну, лидеру. За счет боговной этой. Когда тут я в самом начале воевал уже с эфиопом Индонезии, ничего не делала. Не совсем. Ну, как? Я просто купил. Ну, Эфиопия тоже очень сильная цивилизация. Да, там что-то самолетов. Несомненно. Я мог намного лучше сыграть. Мне постоянно не хватало таймера, то есть очень, я очень медленно действовал, я не могу так быстро переключаться на способности цивилизации, но Бразилия, тем не менее, очень приятная,
даже... Ну, смотрите, у меня горы только, вот считайте, вот здесь, да, какие-то были. Даже без этих гор у меня очень хорошие кампуса остановились, все вот это вот. Проблема в том, что Эфиопия, конечно, получает бонусы вообще без всяких... Вообще без всяких... Как его? Кстати, я с тобой играть не буду больше. Ты же вообще при чем тут Атиньо? Атиньо сидит, понимаете, развивается, и у него есть соседи, которые могут ему что-то делать. Например, ты. Например, я, который, собственно, с ним и воевал. А ты мне даже несколько ходов не давал плюс 5 к силе, понимаешь? Я тебе не давал плюс 5 к силе, от силы 4 хода. Потому что Атиньо на тебя нападет и снесет внезапно. Я помогал немцу, переконверчивал его города, чтобы у него было плюс 10. Я давал ему деньги, чтобы он с ним воевал. После, как только я смог, я объявил войну Атине, чтобы с ним воевать. Дал тебе военный союз. Если бы я... Смотри, тебе дается военный союз, и ты говоришь... Нет, я не буду в ближайшее время объявлять ему войну. Так я бы у другого человека подальше попросил. Зачем вот эта подстава такая? Я не объявлял ему войну. Так ты потом ему как через... Ты четыре хода... Ну, четыре хода. Тебе еще четыре хода не устроил. Да не четыре хода там было, там больше было. Лучше было бы, чтобы он меня ядерками кинул и уничтожил мои города. Тогда бы ты был рад, что он выпилил одного конкурента, блин, и... тебе. Дарвилл, с тобой. Он бы тебя не выпилил. Он воевал со мной. Почему, каким образом ему выпиливать тебя, если сильнее конкурент с другой стороны? А ты не понимаешь, он одну ядерку кинул и уничтожил. Одну ядерку кинул и уничтожил город. Мои города на побережье он просто брал, как нехрен делать. У меня не было ну, так ни вот, стен, ни хрена. То же самое у меня сейчас происходило. Но это так, сидеть ждать чего? То есть как, что может другое произойти? То есть ты надеялся просто на дипломатическую победу, что мы будем воевать с Эфиопом, и ты дипломатически победишь? Тогда я на дипломатическую победу не надеялся. Так а на что тогда надеялся? То есть в чем тогда была логика откладывать войну? Не потерять городов своих, блин. Чё ты не понимаешь? У него на воде города, они бы падали сразу, потому что у меня армада ракетных крейсеров. Он мне просто сносит города. И чем я тогда буду побеждать его? У меня в принципе, чем? Стоит. Я с двух городов наспамил ракетные крейсера просто. И стоял... Ну, а тогда зачем мы сидели 30 ходов еще после этого? Если такой был результат... А какого хрена ты его не снес? Вот я и вот спрашиваю, вот какого хрена ты его не снес? Вот что ты там делал, блин? Не понял вопроса. Я просто вот это не понимаю. Ты, говорит, сидишь там с той стороны, ничего не делаешь. Блин, у меня нет сталеварения, чтобы от него... Мне нужно было от него защитить. Это я настолько не делаю, что даже столицу захватил ему. Это я настолько ничего не делаю. После чего ты ему предложил. Ты, говорит, иди забирай Индонезию, а я, говорит, пойду... заберу китайца. Естественно, я тут же ему предложил мир. Дружбу. Жвачку. Ну, потому что выглядело так, что мы друг... Так, послушай. Каждый играет на свою победу. Если бы я продолжал воевать с Эфиопом, то я бы не побеждал вообще. То есть и Эфиоп бы не побеждал. То есть мне надо действовать, то есть я не могу воевать с лидером просто для того, чтобы убить себя. Да. Мы с тобой воевали, я в него ядерки кидал. Дарвилл, послушай, мы с ним воевали в кризисе, я видел абсолютно всю твою территорию, что ты делал. Ну и что? Это выглядело так, что ты сидишь, ты строишь оборону, вот эти ЗРК и прочее, и даже не планируешь нападать на него, то есть ты сидишь просто, чтобы это было в защите. Мне надо было откидать в него ядерки, чтобы он мне откидал в ответ. Ну, как сделал я. Я откидал ядерку, он откидал в ответ. Вот я сижу с половиной городов, которые у меня были. То есть, ну... И ты доволен. А? Да? Но ты его не остановил. Как бы ничего ты ему не сделал. Вот и такая же фигня с моей стороны была. Ну, конечно, если один на один воевать. Так а в чем идея? Есть лидер-человек. Ты не можешь его...
обогнать ни в чем, если он лидер уже по итогу. Его можно останавливать только воюя с ним. Если ты воюешь один на один с ним, то есть, а зачем мне сидеть куда-то на улет с ним играть, если я его не обгоню? Зачем надо было с ним договариваться о мире, если я с другой стороны в него ядерки кидал? Ты ничего не делал с другой стороны, именно поэтому я и договаривался. Я ничего не делал. Ну, вот и все. Ну, что тогда, какие вопросы? Если ты считаешь, что я ничего не делал, я считаю, что ты договаривался о мире, не глядя на меня. То есть ты мне конкретно... Я каждый ход глядел на тебя. Глядел такой, думаю, классно, Дарвилл там сидит. Иди, говорит, захватывай Индонезию, а я, говорит, пойду китайцев брать. И что мне делать с этим? Продолжать, блин, тупо в него кидать, чтобы... Ну, я не знаю. Естественно, я с ним мир заключил, я смотрю, у меня там 12 очков победы, не построена статуя. Ну и все, я построил, надеюсь, уже потом, надеюсь, что ты с ним продолжишь воевать. Так я продолжил. Космопорты, я дождусь. Ну вот смотри, а смысл мне тогда с ним воевать, если ты идешь в дипломатическую победу? То есть это получается, я воюю на твою победу. Но ты даже не видел этого. Как это я не видел? Ну, ты видел, что я в дипломатическую иду? Сразу. Вот сразу как. Когда я мир там с ним заключил, дружбу когда с ним заключил. Ты видел, что я шел в дипломатическую победу? Когда я мир с ним заключал тогда, мне вообще было пофигу, куда ты идешь, потому что я думал захватывать китайца потом дальше. Какая разница, куда ты идешь? А в чем проблема была захватить китайца потом? Ну, потому что мне предложил Эфиоп дружбу, когда у нас закончился... 10 ходов, да, у нас было перемирие. Предложил Эфиоп дружбу. Естественно, я ее не принял. И он кинул в меня ядерки, и я уже опять воевал с Эфиопом. А в чем у тебя была проблема заключить дружбу, забрать китайца и улететь? Так не, я кидал... Нет, потому что Эфиоп лидирует по науке. Как я могу улететь раньше него? Ну, серьезно, Дарвилл. Ну, посмотри, он по науке уже впереди. Смысл ли заключать дружбу и надеяться на что-то? Впереди. Нет, там решила на самом деле карточка темного века. Я очень быстро термояды построил. Нет, решили, блин, два великих человека на плюс 100%. Что это вообще какая-то подстава от игры? Согласен. Это вообще просто вот рандомно выпали два плюс 100%. То есть это 300% на строительство всего. В три раза быстрее строятся все эти улетания. Ну вот, то есть по науке мы никак не могли обгонять Эфиопа в принципе. То есть его надо было стопать, кидая в него ядерки. Так надо было стопать, и я кидал в него ядерки. Я строил ядерки, кидал в него, строил, кидал. Да ты прикалываешься, я не знаю, я может, слепой, а Тиньо... Ну, может быть. Расскажи, в тебя индонезийцы что-то тебе сделал? В Тиньо две ядерки прилетели. О, две ядерки, класс. Ну, блин, мне их надо построить было. Ну, конечно, надо было построить. Я, по-моему, штук 10 кинул, из которых штуки 4, наверное, термоядерки. Ну, ты молодец. Что я тебе могу сказать? Ты молодец. В том-то и дело, что что ты все на меня-то скидываешь, блин? У меня оборона была на стороне требухи, а не на стороне бразильцев. Я думал, что ты пойдешь не в ядра, а пойдешь в науку, космопорт, там поставишь тому подобное. Поэтому я дефался. Так а зачем мне идти в космопорт, если я отстаю от тебя по науке? Как я могу, типа, улететь, если я отстаю по науке, знаешь, раньше тебя? Прочитанный проект Манхэттен у требухи раньше, чем у меня, и поэтому я там оборону выставлял. Хорошо, так а что у него только две ядерки было раньше тебя? Так оно, я же сбил. Ну хорошо, только две ядерки? Ну, две только долетели, а все остальное сбито. Удивительно. Конечно. Ну, я не вижу, откуда прилетают ядра, но там сколько раз говорили, я так понял, что это в меня летело. Нет, ну опять, откуда я мог, как я могу построить, блин, не знаю, ты мне сам вообще Туран брал, а потом говоришь, что... Ну да, да, так я все кидал в этого... Ну я же у тебя не последний уран брал, я тебя брал, там у тебя 30 урана, я у тебя 10 беру. Я шел напрямую, шел сперва в компьютеры. Потому что у меня все к херам затапливалось, просто все. Мне нужно было это открывать. И сразу следом я открывал ядерки. Делал
проект Манхэттен. Из-за этого я нифига не успевал в столеварение. Хоть оно и раньше, но мне там это вообще другая ветка была. Да зачем, слушай, зачем? Я вот не понимаю, зачем столеварение? В тебя же кидают ядерки, у тебя просто нету этих стен. Зачем тебе столеварение вообще? Про ядра. Подожди, слушай, хорошо. Потому что ядра у него быстрее появились, но у него города на побережье, они тут же падают от моих линкоров. Даже не на побережье. Подожди, как у него падают города линкор? Он же Индонезия, который покупает за веру эти морские юниты. Ты знаешь, сколько морские юниты стоят? Ладно, это спасибо всем за игру. Спасибо за игру. А тут была проблема в том, что китаец выключен был пол игры. А что китаец мог Эфиопу сделать? Он мог бы, если бы остался, я думаю, он бы что-то смог сделать. У него науки было наравне с вами. Ну, вообще, уран у него был, конечно, да. Он вылетел и потом зашел, ну, вот этот, кто это зашел, который просто сидел и... Я не знаю, что он делал. Я вообще рассчитывал, что Лёша продолжит воевать. Пока он играл на китайце, я догнал его по науке. И что я продолжу китать? Послушай, Дарвилл, я договорю. Я построил оборону, зенитки. Кинул в него, в него прилетело две ядерки. Мне нечем было города захватывать. Я строил ядерки, параллельно с этим строил, что там, танки, ну, что было. Что была возможность строить, то и была. Мне нужно было, чтобы ты с другой стороны воевал. Чтобы тут откидаться и пойти уже захватывать его. У меня с моря были и эти эсминцы были там, и были подлодки. У меня построился долго, ну, как недолго, он достаточно быстро, построился Панамский канал, чтобы перекинуть с верхних городов. У меня там был запас подлодок с верхних городов на юг. Вот. И тут ты начинаешь с ним заключать, типа, ну вот я тебе вот это отдаю, а вот это не отдаю, потому что, типа, Индонез ни хрена не воюет. Ты же не воевал. Ну, а чем? Мне нечем было воевать. Мне нужно, прежде чем воевать, мне нужно было построить. Если ты все видел, ты должен был видеть, что я строю. Но, по-видимому, ты не видел, что я строю. Так, послушай, это, конечно, это очень классно, но получается, я жертвую собой несколько ходов, ждя, пока ты там что-то построишь, и сливки снимаешь ты в итоге. Почему сливки-то? Какие сливки? Ну, потому что ты захватываешь его города. Мы друг друга кидаем ядерки такие вдвоем. С другой стороны тоже города захватывал. Нет, с другой стороны, я захватывал его город, он захватывал мой город, у нас вот так было, там кидаем ядерки, там, ну, я захватил его столицу, но при этом мои города тоже страдали. Если бы я говорил, опять, если бы я включился и продолжил войну, то ты бы взял его там, половину ты бы его взял, половину... Но я при этом был бы пострадавший. То есть это не прикольно. То есть ты хочешь сейфово, максимально сейфово сыграть? А ты хочешь, чтобы он меня уничтожил, а ты... Я не хочу, чтобы он тебя уничтожил. Я не хочу, чтобы он меня при этом... То есть я не хочу получить больший ущерб, чем я наношу при этом. Вот и все. Я тоже не хочу этого. Я тоже не хочу, поэтому я оборону сперва построил. Отлично, а я не строил никакой обороны. У меня не было ни обороны, ничего. Я просто в ядерки шел и кидал. Поэтому я не мог. У меня даже ЗРК не было. И зениток не было. А у тебя все в зенитках было уставлено. Это мои проблемы. Это значит так... Ты, значит, построил себе такой план, что... О, ну смотри, а если, допустим, ты бы помог бразильцу... то у тебя был бы шанс выиграть дипкой. Вот так. Да, был бы у меня шанс выиграть дипкой. Потому что ты бы остановил Атинья, он бы не так быстро улетел, и ты бы дошел до Конгресса. Да нет, Дарвилл, нету... Дарвилл, послушай, нету смысла играть сейфово. Ты чем дольше пытаешься построить оборону, тем, считай, у тебя меньше шансов напасть нормально. Нельзя, тут невозможно защищаться, если ты отстаешь от человека по науке. Тут просто надо нападать и все. Ты потеряешь что-то, да? То есть тут вариант просто, исходя из того, больше ты получишь, если, чем потеряешь. Тут невозможно сейфово в циве играть.
Ты можешь это только делать, если только ты всех опережаешь по науке. Ну, в общем, ладно, я свою позицию сказал, как бы. Так что. Я не претендую на то, что я там как-то прав был там или что-то. Наверное, если Атини выиграл, значит, что-то пошло не так. Ну, конечно, он лидер по науке, то есть он впереди лидирует, он это использует, более крутые юниты делает, более... Я объяснил как бы со своей, ну, вот, свою позицию. Но ты не можешь защититься, это такая штука, что если ты отстаешь, то у человека в любом случае какие-то лучшие юниты есть. И тут только возможность каким-то мясом навалиться. Проблема в том, что... Ну, он бы меня просто брал. Ну, то есть, ему не надо вообще напрягаться. Ну, блин, что сейчас? Но я же с тобой тоже воюю. Не с тобой, с ним тоже воюю. Ну, понимаешь, вот у него на твоей стороне стоит вся армия. Он с тобой воюет. А меня он берет и одним, грубо говоря, там этим кавалеристом захватывает, если у меня нет обороны. То есть... Не может такого быть. Может. А почему у тебя на таком ходу не было никакой защиты? Я не представляю, как это, да, как это так может быть, что у тебя настолько низкая оборона, что кавалерист там захватывает. Он же говорил, он в компьютере рашил. Так, и что, и как это кавалеристам? Хорошо, против кавалеристов что там, стрельцы и пикинеры? Что, у него нету этого юнита? На каком ходу ты говорил, что твои стенки не стоят в упоре против сильнейшего игрока на границе? Смотри, у меня... Стены не стояли, потому что я не, как сказать, я видел столеварение, но я не знал, как, ну, то есть я не посмотрел, я не посмотрел, как в него идти. А потом, когда я посмотрел, что в него мне идти 8 ходов, потому что у меня 8 технологий не открыты, это вообще другая ветка. То есть я-то планировал, ну, открыть, думаю, а, ладно, я быстренько стали открою, и все, у меня проблем со стенами не будет, нахрена мне эти стены там нужны. Вот, а вот до этого 120 ходов ты что делал? Ну зачем мне туда было идти? Мне в другое место. Нет, почему за 120 ходов у тебя не было ни стен, ничего на границе с сильнейшим игроком, который тебя по мановению может, ну, захватить? Почему ты не готов был к тому, что... Не мог он меня по мановению захватить. Да, у тебя 48 были города, когда даже у меня 70 было защита у городов. У тебя вообще ничего не было. У него стоит город 100, у тебя 45 или 48, я это сейчас всем сказал. Да, да, я больше скажу, он захватывает немца, у которого сила городов 96, а у тебя в это время 50. У него стоит лагерь, который может обстреливать твой город, или юнитов как минимум, и лагерь в два раза сильнее твоего города. Типа, да, нет, вот. Не у меня в это время союз с ним был. Во втором радиусе у меня стоял. У него городов не стояло. У него городов близко ко мне не стояло. Как не стоял? Стоял. Да нет, потом он уже поставил. Ну, после того, до того, как он поставил, мы с ним заключили союз, понимаешь? И союз еще длился. Но вот это в чем вообще, не как-то... Ну чё как-то, блин? Ну, типа, блин, у тебя союз, опять же, говорю, с сильнейшим чуваком. Я не думаю, что ты такой, ну до конца игры будем с ним брататься и будем с ним... Нет, естественно. Я поэтому в ядерке выходил. Если бы я думал, что... Построить стены, это не так много займет времени, и... Послушай, Дарвилл, подожди. Ты извини, мы на тебя не наезжаем, только ты не подумай, что, типа, наезд. Просто, ну, мы уже много игр с тобой сыграли, даже когда я у тебя в соседях, ты довольно сейфово всегда играешь, без того, чтобы, ну, попытаться напасть на кого-то. Да, не в этом плане, даже не в этой игре. Просто, да, в принципе, вот шестая цива не позволяет, ты можешь, единственный момент, когда ты можешь играть от обороны сейфово, когда ты просто опережаешь всех по науке и культуре. То есть не хочешь никого забирать, вот отлично, ты можешь сыграть от обороны. Во всех остальных случаях это проигрыш. Все. Просто, ну, как бы, имей это в виду. Если у тебя есть возможность на кого-то напасть, даже если он тебя опережает, то это лучше использовать. Потому что, ну, то есть, ну, хорошо, дипломатическая победа, возможно. Я вот это помню, как-то легендарное, когда дед с одним городом добыл дипломатическую победу в итоге, когда его там ядерками и
этими забирали. Но это такое надо, знаешь, прям конкретно, по-моему, готовиться. И с кризисами еще, чтобы повезло. В этой игре, по-моему, кризисов вообще не было. Кризисов не было. Ну, не знаю, у меня просто на самом деле одна. Это был кризис Иерусалима. Поэтому играть от обороны, вообще там надеяться на что-то, что там... Гуманитарный, типа, кризис. Гуманитарный. Да, гуманитарный, что типа там в помощь. Конечно. Вот. Нет, я говорю, всегда, вот даже когда вот мы там за Шумера играли, да, ты все боялся, что я на тебя нападу, вместо того, чтобы меня напрягать, я говорю, что ты на меня нападешь, зачем? Ну, то есть там есть проблемы. Я же тебе тогда предлагал тоже напасть, есть? Да, Алексей. И вот здесь тоже, ну, Атиня со мной воюет, то есть и ты на него можешь напасть. Это же, то есть он такой, ладно, там, типа, бразилец на меня нападает, пойду захвачу индонеза всего. Просто за Шумера я-то думал, что, как бы, вы там пока будете грызться, я смогу развиться, я, собственно, для этого и крестовый взял. Потому что у нас не было на континенте никакого. Ну так я тебе тогда и предлагал. Прилетит. Я с тобой воюю, ты спокойно мог бы забрать его с той стороны города. Да, ты мог на меня напасть, ты мог на венгра напасть, да, ты мог даже и на... Ну как ты там воевал, дед? Ну, у тебя там одна клетка, блин. Ну да, да, сам, ты как бы... Какая твоя... Нет, если бы я мозгом своим допер, что тебе можно там сделать две дырки в горах... До чего я почему-то... Да, кстати. То это, конечно, проще. Ну вот, то есть, в принципе, шестая цивилизация, она не про оборону, она про нападение. То есть тут очень сложно вот прям от обороны играть, только если ты не в лидерах. Но когда в лидерах, то надо с нескольких сторон вот нападать на того же Эфиопа. И можно было какие-то вещи нехорошие с ним сделать. Ну, окей. В разных позах. Учитывая это, да, я, конечно... А ты, получается, ты просто боишься, что на тебя нападут. Ну, вот этого не надо. Ну, нападут. Так когда-нибудь все-таки нападут. Вот придет к человеку в голову, надо напасть. И он нападет. Это просто надо играть, знаешь, исходя из того, что на тебя обязательно нападут. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка... Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.